А, баштайлы. Уже джазерли? О, начнем сейчас влог. Рассказывать сейчас вам буду. В общем, всем привет, народ. Мы приехали в Боткаю. Это оказался маленький городок и очень бедный, к сожалению. Но здесь есть такие красивые места. Есть очень-очень много храмов, прям на каждом шагу. И сегодня я хочу вам рассказать о храме Махабодхи, о дереве Бодхи и о том, как мы сегодня сходили на учение к Далай-ламе. Так. Мы прям с 6 часов утра пошли в храм Халачакры, чтобы встретиться с Далай-ламой. Там было очень много людей, очень много монахов. Я прям почувствовал себя в фильме «Доктор Стрэндж». Кстати, я там видел это Вонга. Вот он. Поначалу мы удивились, то, что была такая тишина, но потом, как только пришел Далай-лама, все люди встали, начали кланяться ему. Я был очень удивлен. Это для меня даже чуть странно. Потом, после того, как Далай-лама сел уже на свое место, начали читать мантры. Была непередаваемая атмосфера. Людей было очень много. И Далай-лама шутил, кстати. Шутил. И в конце даже он сникерс съел. Был очень удивлен. Не хватало еще колы ему рядом. Мне очень понравилась атмосфера. Моей маме тоже понравилось, она заснула там уже. Сестра моя медитировала, я тоже, кстати, пробовал медитировать. Вроде, наверное, как-то так получается. Дальше мы пошли в храм Махабодхи. Это этот храм, где находится дерево Бодхи, Бодхи-3 так называемый. Под ним Будда в течение 3 дней и 3 ночей медитируя достиг просветления. Тем самым это место стало такой меккой для буддистов. Монахи со всего мира приходят на паломничество в этот храм, и чтобы помедитировать под этим деревом. Махабодхи Темпл. Храм Махабодхи считается одним из главных храмов, потому что там находится Бодхи-3. Храм оказался не таким, как я его ожидал, он оказался очень высоким, очень красивым. Также там, как я говорю, много монахов. И внутри храма находится статуя Будды, очень знаменитая статуя. Вот так, на этом фоне. А сейчас мы сюда пришли, чтобы сделать сигнал для вас, мои дорогие Instagram друзья. Всем спасибо, надеюсь, вам было интересно. Буду стараться еще делать видео. Также пишите, что хотите узнать о Гоа. Какие идеи у вас есть. Буду рад. Всем пока, народ, люблю вас.